Здравствуйте! Сегодня я покажу, как набирать петли крестообразным образом. На указательный палец берем короткую ниточку, на большой палец берем короткую ниточку, на указательный длинный, это клубочек. Берем ниточки, обводим, это у нас первая петля. Вторую петлю пальчик переворачиваем большой. Теперь вот сюда палец переворачиваем и берем с этой стороны ниточку и опять чередуем с передней стороны, с задней стороны. Они получаются вот такими вот парами. Спереди. Так мы набираем весь ряд. Впереди и позади. И кромочная. При таком наборе следующий ряд всегда вяжется изнаночными петлями, если это у вас не резинка. Так, сейчас провяжем изнаночные. То есть вот эти вот по две петельки, это у нас изнаночная сторона. Вот у нас лицевая сторона. Он достаточно эластичный, этот край. Не так стянут, как при обычном наборе. Выглядит достаточно хорошо.